В республике, как и во всех регионах страны, в эти дни проходили масштабные командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, спровоцированных природными катаклизмами. Сценарий по реагированию на происшествия, вызванных паводками, экстренные службы региона отработали на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Подробнее Ахмат Халкечев. Еще в начале марта Главным управлением МЧС России по Карачаево-Черкесии совместно с органами федеральных и местных исполнительных властей во всех муниципальных образованиях республики была уже проведена проверка готовности к паводкоопасному сезону. По легенде учений, на территории Большого пруда парка культуры и отдыха «Зеленый остров» произошло подтопление. Спасатели и сотрудники госинспекции по маломерным судам ведут поисковые работы и занимаются эвакуацией людей. Там больше упор был сделан на теоретическую часть и документальную часть. Сегодня мы именно проводим упор, делаем на практические мероприятия. Взаимодействующие структуры – это медицина катастроф, следственное управление, Министерство внутренних дел. В масштабных учениях задействовано более 300 человек и свыше 40 единиц спецтехники. Спасатели и сотрудники взаимодействующих структур оперативного реагирования работают, как говорится, на земле, в воде и с воздуха. За обстановкой в зоне условной чрезвычайной ситуации специалисты МЧС наблюдают с помощью служебных дрона. Помимо служб оперативного реагирования, в мероприятиях учений задействованы также наиболее опытные и активные участники студенческого корпуса спасателей. Эмоции вообще зашкаливают, все интересно, все хочется попробовать, везде хочется поучаствовать, но не везде получается, делаем свою работу, все, пытаемся, где наша помощь, тем помогаем. Для меня это очень хороший ценный опыт. За обеспечением правопорядка в зоне условной ЧС следят полицейские. Служители панацеи от медицины катастроф оказывают экстренную помощь пострадавшим. Ну а криминалисты Следственного комитета по Карачаево-Черкесии производят мероприятия по установлению причин и обстоятельств смерти погибших. Подобное слаживание очень сильно помогает в будущем для быстрого реагирования совместно с сотрудниками МЧС, полиции, Следственного комитета. Координация и взаимодействие на данных учениях происходит на достаточно высоком уровне. Все легенды учения отрабатывается полностью, достаточно профессионально всеми сотрудниками. Подведя итоги, руководство оперативно-штабных учений определило, что силы и средства, а также органы управления к пожароопасному сезону и паводкоопасному периоду готовы. Ахмат Халкечев, Олег Малкожев, Вести Карачаево-Черкесия.